На международном турнире по сквошу Эльгуна Интернешнл определились полуфиналисты. Первый номер мирового сквоша египтянин Мухаммед Ашшорбаги в матче с немцем Симоном Роснером в очередной раз доказал свой высочайший класс. Он выиграл в четырех партиях со счетом 11-8, 11-6, 7-11, 11-4. В полуфинале ему будет противостоять колумбиец Мигель Анхель Родригес, который сумел, к удивлению многих, переиграть четвертую ракетку мира египтянина Омара Моссада. Не дошел до полуфинала младший брат лучшего сквошиста мира Марвана Ашшорбаги. Он уступил лучшему игроку 2014 года Фарису Десуки из Египта. За финальную путевку Десуки сразится со вторым номером мировой квалификации французом Григори Готье, который оставил неудел еще одного представителя Египта Али Фарага. 11-4. Match to Gautier.